Здорово! Сегодня супер невероятный челлендж, который никто никогда из ютуберов не делал. Пока идет этот матч, пока Вейл не возьмет топ-1, я должен прочитать каждый ваш комментарий под предыдущим видео. Поэтому, друзья, будет весело. Ну и, конечно же, сначала я напоминаю, что каждый из вас может выиграть РПшку, сделав три простые вещи. Это подписавшись на канал с колокольчиком, подписавшись на мой телеграм-канал и написав под этим видео любой комментарий, состоящий больше, чем из 4 слов, и в нем указав свой ID. Итоги в одном из следующих видео не пропустите. Мы прямо сейчас начинаем, но спонсором. Ну а мы погнали, полетели, комменты. Иракес Бро, 4.12. Если боком лететь, ты не пролетишь в 2-3 раза дальше. Это все из-за того, что Райдин погладил яйца дракона и загадал желание, вдвое увеличивающее энергию ки. Там настолько разновидностей желаний, которые меняются по-разному. Первое — это лут для сквада. 2 — это 200 единиц энергии ки. 3 — это быстрое лечение. Использование аптек занимает меньше времени. Есть и дополнительные 3 возрождения товарищей. Если они умерли 3 раза, 2 раза за катку, и если ресалки еще не закрыты, то можно призвать тиммейтов, и они попадают со вторым сетом брони, калашиком или эмкой. Есть желание, позволяющее увеличивать мощность струи, но я не знаю, можно ли пробивать ею стены, как раньше, так и не заглядывал такое. Еще вроде бы есть способность быстрой перезарядки оружия. В целом, самая имбовая способность — это увеличивает запас энергии ки, благодаря которой ты можешь лететь дольше. Вот, надеюсь, эта инфа для тебя будет познавательная. Вообще, лучше и сам поиграй в PUBG просто для себя, для большего экспириенса. Не надо стримить и ставить рекорды. Ты и так топ. Вот мой ID на всякий. Кажется, у меня чуть больше 4 слов в комментарии. И это только один коммент. Самый залайканный. Их там больше 500. Жесткая катка. Прям вспотел до просмотра. Всем удачи. Иракес топ. 200 ки у него было. Посмотри внимательно. Не заметил тот момент, когда призвали Шерона. Он их убил и юзал увеличенное ки. Вот, хоть сегодня в адеквате, но посмотрите, какой он актер. Старается вести себя так же, как вчера. Но, конечно же, видно, что он сегодня чист, а вчера реально был под чем-то. Потная катка, я аж вспотел. А той штуки торт с носа вышел, который собирался проглотить. Иракес, как же хорошо, что ты есть. Вот Иракес зачитал рэп на 9-й минуте. Слава, наконец-то, Лиза. Делай почаще с ним, пожалуйста. Готаказа. Охота посмеяться от его very hard каток. Если у тебя хорошее настроение, то люди начинают считать тебя ненормальным. Ведь ты должен, скорчившись, сидеть тихо, чтобы быть, как все, недовольны жизнью. Уверен, что Иракес не обращает внимания на таких умников, которые... Ну а вот они, друзья, счастливчики сегодняшнего ролика, комментарии которых я прямо сейчас читаю. Поэтому забирайте свои РПшки, и, конечно же, спонсором, как всегда, является лучший магазин UC, он топ UC Shop. Самые выгодные цены, лучшая поддержка, огромнейшее количество способов оплаты. Все надежно, быстро, безопасно, просто отлично. Постоянно различные акции, розыгрыши иногда бывают настолько дешевые UC, что нигде вы таких цен не найдете. Поэтому обязательно заходите по ссылочке в комментарии или QR-коду, который сейчас у меня над башкой. Подписывайтесь на магазин On Top, и у тех, кто подписан, гораздо больше шанс выиграть в моих видео. Поэтому, друзья, если покупать UC, то только в On Top UC Shop. Подпишись прямо сейчас. Продолжаем. Иракес, у Райдина усилена ки, поэтому он так далеко летает. Если не полностью, еще не полностью от солей отошел. Протрезвел, бро, приятно смотреть. Иракес 20-15, там он убил бота, у него было 37 фрагов, стало 38, живых стало 6, стало 5. Ждем видео с Райдина или Вейла. Вот он, Вейл, братишка. Как раз пришел с работы, а тут видос, спасибо большое. Райдин в той катке с 200 ки летал, а Вейл со 100 ки, вот тебе и показалось, что он боком дальше летел. Наверное, сегодня Иракес под кайфом. А как лететь боком с помощью этой обилки, я думал, только прямо можно. Иракес, братишка, Райдин просто усилил энергию ки, после этого разницы нет, как лететь. Хороший выбор музыкального сопровождения, которое подчеркивает эмоциональную составляющую ролика. Отличная презентация, четкий и понятный контент. Ждем видео с еще большими фрагами. Иракес, как обычно, топ. Как всегда, топ, интересно смотреть со скилловыми игроками. Жалко соседей сегодня особенно. Не отошел до конца
после вчерашнего дня. Ирокез, как всегда, на высоте. Чё-то Ирокез гиперактиве обычно на этом видео. Давай, Левкина, с новыми 32 киллами. Ирокез, походу, готовится комментировать турнир по PUBG, надеюсь, выиграю. Никитос, завязывай с веществами. Вчера тебе было не узнать. Спасибо за видос. Ирокез, как всегда, топ. Ирокез, нам Левкин в последнем видосе сделал супер очко. Го чекнем. Кстати, здесь надо не прошляпить очко. Там нельзя, там просто выбираешь, где дракона вызывают, там есть новый навык. Ирокез, топчик, уже долго участвую в розыгрышах, мечтаю победить. Шаукан в Counter-Strike говорил, Flawless Victory. А Шансунг в Sims говорил, you sold is mine. Выпуск бомба, честно говоря, Ирокез топ, как обычно. Надеюсь, в этот раз повезет, Ирокез лучший. Мне кажется, что в прошлом видео Ирокез пытался пародировать Юрия Профессионала. У Райдина будто усиление ки, поэтому он дальше летал. Вот эта катка, хотелось бы также играть. Смайлик, сердечко, сердечко, окей, окей. Смотря Ирокеза, я стал в своих катках проговаривать очки. Очень прикольно. О, этого парня давно не было. Спасибо за видосик. Ну, катка, как обычно, жестка. Ты же фигню-то не снимаешь. Спасибо, братан. Красава, Ирокез, спасибо за контент, бомба. Давай сюда РП, Никитос, как старичку. С маленькой буквы Никитос, понял. Ирокез, у тебя две лучшие футболки, которые я видел с Терминатором и Брюсом Ли. Это донатерку проспонсировал. Ирокез, ты лучший, желаю хорошего актива, надеюсь, в этот раз повезет. Не забывайте, что осталось до закрытия телеги 2 дня. Последние 2 дня, и это не те 2 дня, что были раньше, это настоящие 2 дня. Потом даже Ирокез вам не сможет попасть, не поможет попасть туда. Не знаю, говорил ли я это, нет, но осталось 2 дня, по факту. Комментатор от души. Как же круто Ирокез зачитал в конце. Ирокез вспомнил про Лизо. Там ты обычно поднимает настроение. Зенос хорошо сыграл. Ирокез лучший ютубер. Спасибо за ролики. Ля ты актер. Мировой топ у секрета 51 килл. Ирокез сегодня скучный, без косяка. Хочу РП, надеюсь, в этот раз выиграю. Всем удачи и хорошего настроения. Чувствую, уже в 4-й раз может Лиза фартовый. Лиза показал супер-мега пупер игру. Уважаемый Ирокез, хочу задать вопрос. Зачем спамить много шуток, которые в основном глупые? Раньше вы шутили метко и по поводу, и были эмоции от просмотра. Надеюсь, меня заметят. Поддержите. Блин, Ирокез думает, что если изменить свой стиль обзоров на видео в виде манеры поведения, то может получится увеличить просмотры. И я удивляюсь людей, кто этого не понял и говорит, что он был под чем-то бред. Но скажу от себя, такой стиль не идет. Неприятно смотреть, было интересно так, как было раньше. Просто у тебя лицо и голос более серьезные и не подходят для стиля кошения под обезбашенного шутника-дурачка. Вернись, пожалуйста. ПС, но я не заметил уже на втором... Но я заметил уже на втором видео, начал возвращаться просто плавно, чтобы зрители ничего не подумали, что ты был под чем-то, как многие писали в комментариях о том, что я писал выше. Легенда лучше! Огонь, огонь, огонь! А ведь секрет 51 убийство сделал. Ирокез просто лучший, конечно. Конечно же, всем удачи! Лучший комментатор PUBG M. Но хочется еще ПК-версию тоже иногда для разнообразия глянуть. Пожелаю удачи, но я попытаю свою за одно. Отпустила вроде чутка. Спасибо за видосик, участвую в розыгрыше. Ждем видео с Райдином и Вейлом. Всем хорошего дня и удачных каток. Подожди, а в конце клатч 1 в 4 был. А секрет, он побил рекорд мира. Ирокез топ, всем удачи! Здорово! Лучшая озвучка, ты топ, Ирокез. От шутки брызнул на лицо бывшей матери. Воу. Райдин Го 31, Ас Доминатор. Всем удачи и приятного просмотра. Ирокез Ганжа. Не знаю, о чем ты. Давай за Звеноса. У него видео на час. Вот тут бы точно прочитал все комменты. Я бы хотел как-нибудь с тобой сыграть в PUBG. Топчик, в соло рублю 90 киллов, плохая катка. Удачи всем в розыгрыше. А сегодня где тут мировой... А сейчас где тут мировой рекорд? Немного осадок остался все-таки после прошлого видео. Ну именно про полет объясню. Он выбрал усиление ки, и то есть вместо 100 ки и короткого полета он получает 200 ки, и соответственно больший полет. А шот кам шот. Посмотри катку секрета на 46 киллов. Ладно, нормально, соперник там еще хуже поднакидал. Шуткан, Шоукан в Counter-Strike. Ладно.
А это нет очка. Окей, ракес, топ камшот. Топ как камшот. Компот. Спасибо за РП, ракес, и спасибо за видео. По-любому выиграю, как ни крути, а чел красавчик отдал топ. Будем ждать новую грузу. И ракес Гомуна, пожалуйста, а то вообще про него забыл. Огонь, огонь, огонь. Однажды мне тоже повезет, надеюсь, это будет очень скоро, все очень круто, вот айди. Смотришь видос, заряжаешься мотивацией, думаешь, заскочу, киллов 100 сделаю, и тут сходу в жбан получаю, удаляю игру, потом качаю опять. Ракес, смотрю каждый твой ролик, еще ни одного не выиграл, может повезет. Везде подписан, хочу РП, надеюсь, победю, как всегда, топчик, всем удачи. Ракес Райдин просто загадал желание усилить ки, поэтому долго летел, так что получше наблюдать за игрой, мне очень приятно. Приятно наблюдать такие фейлы от блогеров. Ты лучше, желаю тебе дойти до миллиона подписчиков. Самый лучший контент и самые лучшие катки только в этом канале. И ракет, ты лучший, спасибо за видосы. Хочу РП. Видео топ. Все сделал. Айди. Участвую, все сделал. Айди. Видос топ. Что-то серьезное принял. Второй день не отпускает ракеза. Видос топ. Люблю смотреть твои обзоры на демки. Мой YouTube состоит из Левкина, Никитоса, Витрел и Эракес. Надеюсь, выиграю, всем удачи. Шоукан говорит в Mortal Kombat. Ни разу не выигрывал, раздачи, надеюсь, повезет. Хочу РПшек, ха-ха. Сходи к лору, проверь уши. Я участвую, данные ID в профиле, нужно в комментарии. Еще никогда не выигрывал, но надеюсь. Шаукан в Counter-Strike. Желаю всем удачи в розыгрыше. Больше не адеквата, больше просмотра. Привет, ракет, надеюсь, выиграю. Участвую, спасибо за видос, ты лучший. Спасибо за видос, ты самый лучший. Так-то лучше. Желаю больше супер очков. Минус уши, он чок под клеем сегодня. Народ, можно ли выиграть в розыгрыше РП или это обман? Конечно, обман. Привет, Эракетс, ты лучший. Хочу РП, Эракетс. Хочу UC, все условия выполнил. Тут нету нормальные соперники. Почему розыгрыш не в эфире, а заранее сделано? Где-то ты нас дуришь, конечно, братанчик. Надеюсь, я выиграл, вот айди. Бро, ты просто топ. Шоукан в Counter-Strike, он же из Mortal Kombat. Рекорд на ботанике, мне интересно. Горайдин Карол Пабга. Еще все хорошо. Хочу РП выиграть, уже 22-й раз участвую в розыгрыше. Ха-ха-ха, котик классный на аватарке. Все сделал, надеюсь, выиграю. Айди такой. Всем удачи, участвую. Может, в этот раз выиграл однажды, выиграю и дважды. Сколько лет уже подписан на тебя, каждый день смотрю твои видео и даже старые перематывал много раз. Надеюсь, мне повезет. Привет, я просто обожаю тебя смотреть. Надеюсь, выиграю. Айди. Моя очередь выиграть РП. Подписан везде и хочу РП. В надежде только на везение. Наконец, Лиза начал играть нормально. Ты настоящий повелитель очка. Спасибо, братуха. Везде хотел выиграть РПшку. Всегда хотел выиграть РПшку у тебя. Как всегда, топ, участвую. Везде подписан Эракес, топ, айди. Эракес, привет. Может, повезешь выиграть РП. Хорошая катка, но давай видосики с Райдином. Братец, обожаю тебя, твои видосы. Я хоть раз выиграю, надеюсь. Хорошо, пошла, участвую в розыгрыше. Ура, наконец-то Лиза, а не Райдин. Лиза, не могу понять, что он именно сделал. Мой ID. Вот растяг, вот это растяг у него. Видос, как всегда, топ. Спасибо за интересный видос. Хочу РП, когда мне повезет. Выполнил все условия, хочу UC. Ты лучший видео, топ, продолжай ID. Давно тебя не смотрел, ничего не изменилось. Все так же X1 спонсор. Давно не было Лиза, МБ, ошибаюсь, но жду Райдина. Везде подписано, очень хочу РП. Участвуешь за что за начало крутое? Когда я уже выиграю? Я очень хочу РП, надеюсь, повезет. Хотя, ха-ха, Эракес, под чем ты? После днюхи еще не отошел. Мой ID. Здорово, видос залетел в топ. Когда-то я точно выиграть должен. Магистр Йода писал комментарий. Выиграть должен. Ты гарний комментатор, та стратег, дякую. Спасибо, братишка, я... спасибо. Я не... Очень тяжело, очень. Эти сколько еще комментариев? Сколько раз я уже тут пишу, ни разу не выиграл, это жестко. 6.58, мне Шаукан говорил идти всем на Б. Ракет, я люблю твои видео, твои видосы. Подписан давно, бро, хочу РП. Участвую ID, участвую ник, мало слов. И Ракет, не переигрывай, хороший контент, продолжай снимать видосы. Для хорош, наконец-то я выиграл. Ты лучший, я тебя обожаю. Хочу РП, вот мой ID. Наконец-то топ,
топ, это топ, наконец-то я выиграл РП. Все, как всегда, топчик, всем удачи. Видос топ, люблю смотреть твои обзоры на демки. Выиграл однажды, выиграю дважды. Ты топ лучший, крутой, Райдин лучше всех. Дай мне РП, 3 месяца прошел. Гроза топовая для Клоуза, имба. Что с тобой, ты на каких-то препаратах? Ты под чем ролик снимал? Видос, как всегда, топ, побольше Райдина, пожалуйста, айди. Много угарных моментов и фраз. Соперники даже не могут стрелять, все новичок, наверное. Бухой что ли был, когда видео с Райдином и Ракес? Ракес, он летел долго, потому что использовал способность Ки. Привет, Ракес, зачем ты с Лизи орешь? Он же ребенок. Вот здесь 4 слова. Победа, победа вместо обеда, бум. А ты вчера был под чем-то, прикиньте, я выиграл РП, ха-ха. Олд така соло. Опять забайтил на название ролика. Походу, Ракес хорошо отметил закрытие телеграм-канала. Второй день противно смотреть, вчера не выдержал и выключил. А я не понял, вы что тут делаете в моем холодильнике? Лизо, спасибо. Где Левкин? Это супер очко! Чуть не пропустил. Левкин, на стримах мы с ним гоняем. У него тоже стримы. Можно Кофина, пожалуйста. Ирокез, давай себе Ирокез на голове. Я 38 сделал. А чё травкой не делимся? Привет, можно РП? Шутки это явно не твое. Котики тоже осуждаю. Как говорил Шао Кан в Counter-Strike. Эх, может я выиграю, а может и нет. Я тут хз. Первый. Секрет делал 52. У секрета 51. Комментарий из 4 слов. Чек. Комментарий для продвижения видео. Вроде сегодня без хорошего настроения. Хех. Обкурился чел. Ты под чем, бро, был? Ты чё куришь? Всем привет. Я ID Якудза. Мне нужно РП. Пожалуйста. Какой рекорд? Ты о чем? Накурился, что ли? Не ори больше так. Когда комментируешь, не очень приятно это слышать. Раньше, когда ты обычным голосом комментировал, было лучше. Иу, перестань говорить так. 0 минут назад. А ты делаешь денег, сетиас похож на бомж. Ну, как бы... Я не знаю украинского, чуваки. Ёжик, цукбор, бобик, булка, 4 слова. Спасибо, братан. Начал вести себя как придурок, кривляние и тому подобное. Неприятно смотреть. Отписка. Да, я прочитал все 500 с чем-то комментариев под предыдущим видео до того, как закончился видео у Вейла. Вот это жестко, вот это было супер круто, друзья мои, всем спасибо за комментарий. Конечно же, это еще про стримы не забывайте, каждый день они проходят, и я вас там жду, мы там кайфуем, и еще телеграм-канал, который через 2 дня закроется, вы все прекрасно знаете, Ракес Биба, на него нужно быть подписанным обязательно, ну и поехали, вот он Вейл, 36 фрагов, даже супер очко не пропустил, что за катка, что за контент вообще бешеный, ну и здесь, давай, еще один фражик остался, нет, даже 2 полетели за зоной, он сейчас находится, не могу уже остановиться, просто так разыгрелся, что да. Даже не могу замолчать, друзья мои. Что это вообще за жесть? Не добивает, к сожалению, чела. Или добивает, подожди, сейчас непонятно. Давай, давай, нужен 37-й фражик. Очень срочно. И здесь сейчас пролетит на усиленной или наоборот неусиленной энергии Ки. Поехали, вот он. И здесь сейчас следующий. Да, вот последний чел за холмиком находится. Вейл его готовится разогреть своей гранатой, своей хэшкой, эши гранейд. Типа осколочная, да, ты понял? Ну и здесь полетели. Второй, погнал. 37-й есть за зоной. 38-й сейчас намечается. Это должен быть топ-1 без базару. Я, честно, не думал, что получится. Я думал, что не успею. Специально старался не комкать слова. Ну и вот он, парень, давай. Поехали! Чуть-чуть осталось. Топ-1! 38 фрагов. Рекорд по урону Вейла. И просто топовая катка. Всем спасибо за просмотр. Резкое прощание. Это вас!